поедем через гараж. Главное — маневры. Как говорится, мастерство, ребята, не пропьет. Давайте сейчас залезем. О-о. Пиндос этот наш валяется, который мы свернули. Пять на размере, смотри, тачку, да японский городовой. Что ты будешь делать? Надо чинить. А, так у нас что-то мало-мало приворона у нас, да? Нам надо, главное, стать их поровнее, чтобы при загрузке прицеп не скакнул. Сейчас пункты распутся, но все равно. Так. Бамс, ну, видите, подпрыгнул. Неровно встали просто. А если вообще неровно встать, он может как ливнуть от души, как говорится. Погнали наших городских. Пипец, смотрите, юзом хреначит и песню поет.
Перед в одной колье, жопа в другой. Все, в адекватике, говорится, да? Все, помчались. Заправляться не будем, короче. Едем на 200. Ну, все равно сейчас в гараж мы заедем. Да, по-любому. Ну, давайте не будем ради интереса заезжать прям в сам гараж. Перескочим там на 130-й зила мы за время перекрутим, так как это у нас не мультиплеер, а одиночная игра. В мультиплеере время перекручено так. Поэтому... Все, в принципе, адекватно, да, фары мы вроде как и в ближнем, да, и свет так немножко падает на дорогу. Значит, так это что дальним помигать там. Ну, конечно, этот дальний уже, друзья, в мультиплеере не увидят, но, как говорится, все равно приятно. Так, кофейку не буду глотнуть. Кто-то в Дискорд зашел. Не знаю уж, ребят, как вам, лично мне нравится этот Уралик, ой, Уралик Зилок 133. Как бы, конечно, да, есть куча тут всяких погрешностей. Ну, мне вот ну, в радость, вот реально говорю, покататься, хотя я говорю, этих модов уже перековырял, уже всяких разных, и на приватных модах катался, обзорил на многих, да. Ну все равно. Ну да, конечно, хотелось бы, конечно, супер качество. Синхронизация света, ребята, видите, на зилке на дефолтном. То есть у меня есть файл в группе. Можете скачать также. В разделе ссылок он там валяется. Синхронизация, по-моему, версии 3. Видите, вот этот весь свет вы будете на дефолтном транспорте. Вот там Урал стоял 43.20, то есть светился. На дефолтном транспорте будет все это, ребята, работать. Даже в мультиплеере вы это все будете видеть. Так, пересаживаемся обратно на зилок. Все, мы его не заправляли. То есть солярки у нас 100, ну 130 грубо литров, наверное, где-то мы слопали, да? Но все равно. Так, как бы тут скрин-то сделать? Давайте лучше где-нибудь там воду найдем какую-то покрасивее. Пейзаж. Так, тут-то нам как бы по берегу маханать где. Или как? Давайте поехали тут через грязь. Через грязь, не через берег. Сейчас подождите, ребят, с этими мыслями. Через реку. Через реку. Давайте по берегу. Мы тут еще не ездили по берегу. Поэтому поедем по берегу. Блин, он длинный, наверное. Пока я думал, надо было просто там по кустам больше взять. Да, надо куда-то закрепить. А так, в принципе, меня все тут на нем пока устраивает. Все устраивает. Через эти все ямы-то.
Давайте выключим дифференциал. Почему все подпробуксовывает, помедленнее будет скакать. Дифференциал вообще обалденно работает такая. Подвесочкой тут ребята намучился настраивать ее, конечно. В принципе, на каждом моде, когда вот конвейер делаешь или что-то там что-то подправляешь, постоянно там целый день теряешь. Наверное, с этой подвеской, то и больше каждый раз что-то крутишь и вертишь там. Так он, в принципе, видите, по этим буракам едет, там урона нигде не ловит, только вот мы когда стукались там где-то. Вот давайте тут налево. На дорогу. Попробуем вылезти. Какая-то дорожка у нас есть. Так. Вот там грязища, тут там точно сейчас будем, наверное, жопу морщить. Ну давайте понижайку попробуем, на понижайке залезть. Пролезем, походу. Сейчас по любасу встанем, наверное. Садили уже, что ли, ёпсель-мопсель, да? Засадили. Прицеп мы засадили, как обычно. Давайте, ладно, лебедку. Помощь другу, да? Оп, лебедочку. Давайте уж, наверное, за это зацепимся. Хотя могли бы ехать по берегу, не париться. Не, ну не зря что лебедку придумали, правильно, в игре. Давайте японский дрым. Давайте перецелимся. Ну, дальше он сам походу. Да ладно, провалились в колею-то ее. Е-мое. Поехали, поехали, поехали. Вот, видите, во мне балда тут проскакивает. Вон она, полосы эти. Ну, что ты скажешь, что давай встанем, постоим, покурим. Ну-ка, давай. Прицеп засадили. Ух, нифига, мне там. Вот ты зараза-то, а, бешеная. Эти сучки уперлись. Ну что ты будешь делать, называется? Давайте дернем его.
Все, помчались, как говорится. Сейчас смотрите, ребята, корни-то тоже как объекты, блядь, подскакивают на этих корнях, как на настоящих. Сейчас, ребята, опять поедем вброд. Вон опять полоска, кстати, видите? Идет. Что за полоска? Что-то тяжкое мы тут, ребята. Давай, родненький. Ну, водила у нас там нифига не вспотел. Вентилятор работает. Кондиционер работает, все отлично. Как говорится, best of the best. Так, вот тут опять у нас косяк. Там, блин, такая глубокая яма. На этой переправе. О, скрин идет ко мне, бабай, сейчас мы тут лупанем. Ну-ка. Какой-нибудь такой посимпотней. Да побольше можно двинуть. Японская камера, как говорится, да? Ну, Валера. Погнали, сойдете. Так, я думаю. Конечно, модель как кабины машины самой не очень уж, конечно, такая. Хотя, я так уже привык, скажем так. Так, кстати, вот похоже на тот переезд, который там был, да? Уцепиться, да, суть та же, как говорится, да? А мы еще, блин, с грузом. Так, ну-ка, может сразу рубить эту понижайку на полную. Прокатим. Давай. Камень подпадет сейчас под колеса, точно. Ха-ха, ребята, видали, как мы можем. Так что не так еще все и плохо. Зил-то, вот они, полоски эти, непонятно откуда они. Что-то я там в файле медиа там, наверное, накрутил, навертел. Надо будет залезть еще раз там, поперебирать его. Ну все, ребята, все отлично проскочили. Можно переключаться. О, кстати, блин, если бы не это хреновина, можно было вот такой скрин делать. Вот, вот это скрин будет покруче. Так, это немножко в стороночку. Эй, Валера. Ну вот этот скрин, наверное, будет, ребят, на видосе. Все, отлично, помчались. Сейчас мы уже практически доедем. Так, пишем 46 минут. Да. Сейчас мы уже почти вот. Еще немножко, еще чуть-чуть, как говорится. Ну, по большому счету, там пару раз лебедки мы дернем, так бывает играешь на трехмостовых машинах, ребята, и все равно на лебедке прешь там, где пожестче. А тут, в принципе, можно тут и так
на картах чуть полегче, таких помягче сыграть, но тоже дубиночки можно воспользоваться, как бы без этого. Мы не ищем легких путей, поедем через эту дорогу. Мухоморам падаем тут все. Ну, с грузами тоже я вот долго не мог в прицеп засадить этот груз. Вчера, наверное, уже часа 3-4, наверное, мучило. Кое-как победил. Да, вентилятор так забавно выглядит, вообще прикольный мод. Как ни крути, Рома, Рони молодец вообще. Офигенный мод. Пусть он даже такой неказистый, но офигенный. А мне так вообще по кайфу. Я думаю, многие со мной согласятся, как бы любители советского автопрома. Да? Любитель вот этого спинтаросовского говномеса, вот этого жесткого. И я думаю, что с удовольствием, наверное, покатают какие-нибудь карты. Я-то однозначно еще в мультиплеере буду писать обзор с ребятами, тут с кем-нибудь, кто поедет, значит, на данном моде. Обязательно что-нибудь разберем, даже, может быть, не дефолтную карту, а что-то там посмотрим, скачаем, что-то как-нибудь. Такую простенькую, гагенькую. В принципе, подвеска вообще прям как живая на нем работает. Прям аж я сам рад, что, сам я рад, что так сделал. Опять же, очередной раз. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Так, опять мы что-то встреваем. Так. Давай, дружок, вылазь из колеи. Вот видите, это вам, блин, не полный привод. Вот, давай назад еще назад. Хотя, с другой стороны, видите, прицеп тут себя адекватно ведет. Назад сдаешь, прицеп никуда не уходит. Куда ты пошел боком, юзом там опять? Смотрите, что творит, зараза. Вот это мне вообще прям по кайфу, прям вот такие вещи. Такие вот, такое поведение автомобиля. Давай, 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 давай. Сейчас точно засажу его. Блин, давай, ходу, ебана мама, давай. Все говно, короче. Нет, нормально ползет, ребята, вообще. Причем на второй. Ты чё, шальной зелок? На автомате, смотрите, спокойно, ребята. Потихой. Все адекватно. Пробуксовочкой. Еще раз повторюсь, главное умение, ребята. Кто вот настоящий автомобилист, как бы. Я в своей жизни накатался на всем, на чем можно. Начиная от велосипедов, самокатов, мотороллеров, мотоциклов, мопедов. И выше пошло там все виды транспорта. И гусеничные, и грузовые, и легковые. На всем покатался, на всем могу. На автобусах, на чем хочешь. Поэтому все это, ребята, естественно, игра более реалистичный такой симулятор бездорожья такого нашего, особенно савдеповского. Машина, в принципе, физика более такие приятные. Да и вообще я считаю, что это обалденный симулятор, просто, скажем, игру-то сделали, только подзасрали именно
функционал, что они сделали путевый, то есть как бы, да. А так-то, конечно, игра вообще зачетная. Жалко, что так все это пропадает зазря. В принципе, игра сейчас и держится на, в основном, все эти обновления, все моды, карты, все это делают картоделы, мододелы, там, доработчики, все, кому не лень, то есть. Вот так игра, ребят, офигенная. Ссылочка на игру будет, опять же, повторюсь, в группе, в разделе ссылки найдете, там будет и на старую версию игры, и на новую, как бы, многие там, синхронизация света будет, там, программы для установки модов, это все можете на канале найти, посмотреть. Плюс там есть в товарах там моды, доработки мои синхроном, все рабочие там мультиплееры, большинство. Вот. Ну и ссылочки там все будут, ребят, скачивайте. Еще раз повторюсь, в группе на канале, как только будет 2000 человек, там и там будет розыгрыш. По группе будет один розыгрыш, второй будет по каналу. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео, репостите. Значит, с группы все. Будут разыгрываться стимовские игры. Все, с вами был Драйвер 51 Рус. Спасибо огромное за просмотры. Еще раз повторюсь, ставьте лайки, делитесь видосом. Будем смотреть, писать новые обзоры, делать конверты, дорабатывать моды, как бы, обзорчики, писать стримы. Вот. Все, всем удачки, всем пока. Разгружаемся. Все, ребят. ЗИЛ 133. Значит, полностью играбельный в игре Спинтайрос. То есть остается тут его немножко подкорректировать, подделать, да. И в принципе, да, отцепим прицеп, пошел он в задницу. И ломанем на нем, так прокатимся еще. Полностью играбелен, то есть все, можно тут на нем кататься спокойно с друзьями, открывать и проходить различные карты. Так. Собака захлебнулась, посмотри. Вот надо было себе. Хотел тут катануться по дороге. Полностью играбельный мод. Видите карточку. Побережье. В принципе, мог я сначала открыть гаражи, а потом пройти. Ты глянь. Сволочь, какая не хочет лезть. Ладно. Давайте затащим вот так. Сейчас мы еще запихаем. Полностью играбельный, офигенный. Ну, лично мне понравился данный автомобиль. Будет два, их еще раз повторю, будет бензиновый и дизельный. Там еще кто еще смотрит, да? Кто не забыл выключить, что-то я все никак не могу тут закончить никак обзорчик. Ну давайте долетим до асфальта, сейчас тут на полном ходу на нем. Без прицепа чисто прокатимся. Катанем. Кстати, солярки, ребят, хватило, в принципе, практически половину, чуть больше половины съели, да? Я думаю, что на этой соляре я еще мог бы и... Все, монтейшн. Нет, нормально. Давайте его раздолбаем, чтобы купим где-нибудь. Устроим ДТП ЗИЛу, короче. Вон столб стоит, сейчас мы его в столб загоним, короче. Ай, ёп. На, короче, столб. Загнали мы его, нифига не в столб. Смотрите, еще живой. Хотелось его разбить где-нибудь там на ходу. Ща морду ребята вытащим, ребята, все будет отлично. Где там ребятка-то, е-мое, нифига я зацепил. Сейчас мы его с моста спустим в реку. И все, ушел с моста. Бляха. Да, кстати, вот.
поворону ты не посмотрел, куда масло бежит. Это тоже ж надо поправить. Что-то я... Хорошо, что я решил его размотать. Давайте сразу спустим под откос. Нифига под откос, он еще едет. Пойдем по течению, короче, да. Да обалдеть, вот живучий-то, смотрите какой. Я офигеваю, что дела. Вот урон, кстати, нашли, где получается, по лобовой стекло. Давайте еще сейчас тут выйдем. Охренеть. Все, стрелять начали. Давайте его сосмудим, хренанем. Да что ты такой живучий-то, е-мое? Давайте его дошатаем до конца, хоть я не знаю. Глизм с трубы вылетает, е-мое. Давай, что тебе шандарахнуть такое? Ребята, Бобик сдох. Ну все, ребят, вот на этом теперь точно я заканчиваю обзор. Уже аж Steam офигевает, да, от этого. То есть карту я прошел в 1К, только пилорама открыл, да, на машинке за 53 минуты. Так что мод офигенный, скоро появится он в общаке. Будете качать, будете кататься. Все, с вами был Драйв 51, всем пока, удачи.